И всем привет, с вами Ростиксон. Что делать нищему в криптовалюте? Например, у вас 100 долларов, 200, может быть вообще 0, или 1000 долларов, 2000 долларов, 5000 долларов. Поздравляю, вы нищий. Что я делаю лично? К чему я стремлюсь и что, в общем-то, делать. Давайте определимся сразу, что это малая сумма. Это очень мало. Нам нужно сфокусироваться на заработке денег, возможно, связанную с вашей профессиональной деятельностью, то есть увеличить приток денег, допустим, может начать больше зарабатывать, то есть условно с 20 тысяч рублей вы там немного сделаете скрипте, или даже если это x2, то вы заработаете всего лишь 20 тысяч, а это довольно сложно заработать x2, как бы это странно ни звучало, да, про крипту, то есть ваша задача зарабатывать деньги на работе, гриндить бабки, хоть там развозить пиццу, такси, что угодно, в идеале, конечно, найти какую-то работу в крипте. Допустим, вы программист, и там примените свои навыки в крипте. Там вы работаете на обычной работе, хотя бы сколько-то там 20-30% перекидывать в крипту каждый месяц. То есть работать над увеличением банка капитала со стороны. Второе. Параллельно этому, то есть параллельно накоплению капитала, учиться в крипте, то есть что-то торговать, как-то делать, стараться увеличить свой банк в крипте. То есть, чтобы не получилось такого, что условно вы продали хату, ну это прям гиперболизированный пример, закинули в крипту, но все там проиграли, потеряли, потому что у вас нет опыта в крипте, то есть нарабатывать опыт постепенно в криптовалюте. И третье, все, третьего нет, это все. Что нам нужно? Нам нужен опыт и нам нужны бабки. Бабки со стороны, чтобы, ну, все это проходило быстрее, ну и было более рационально, скажем так. Да, а теперь это очень просто звучит, но на деле это на практике очень сложно, да? Давайте я, может, вам как-то помогу и покажу, как это можно увеличить. Первое, это вы можете зайти в папку «Интересно», где там слежу за всеми важными каналами, которых не так много. Второе, это очистить свои каналы, список своих каналов, или как минимум закинуть в архив, чтобы они вам не мешали. То есть, условно, например, вы подписаны на блогера. Первое, проверяйте, сколько у него денег в криптовалюте. То есть, если у него 500 долларов в крипте, сколько стоит его мнение, сколько стоит его мувы, да? Даже 5000 долларов мало. То есть, ну, смотрите, какой смысл мне читать прогноз по битку, по эфиру от чел, у кого 5000 долларов? Ну, то есть, самое важное, это результат, какие-то мобы от людей, да? То есть, профильтруйте каналы. Профильтруйте каналы, это очень важно. Не подписывайтесь на каких-то флюгеров, тех, у кого очень много рекламы. То есть, я уже вам сказал, судите по делам человека, да? Канала. По делам, то есть по депозиту, по его колам. Отпишите 90% криптоканалов. Особенно, знаете, таких, скажем так, расфоршенных, скажем так, для широкой аудитории. Про папку я сказал. Если у вас прям так хочется, то можете в архив закинуть там некоторые каналы, с которыми там... Просто, чтобы по поиску можно было легко находить. Окей, что еще? Подписаться на меня в телеграм-канале, задавать там какие-то вопросы в чате. Так вот, что же делать нищему в крипте? Что еще? Что вы еще себе посоветовал? А, пожалуйста, прожмите лайк, чтобы, ну, YouTube лучше продвигал это видео, так уж работают алгоритмы, да? И, может, в комментариях предложите свои идеи, как действительно заработать в крипте, развиться, или какую-то критику в мою сторону, да, напишите, или добавите что-то. Вот очень полезно, и мне интересно почитать. А, я думаю, то, что очень важно, это комьюнити, то есть, где вы, с кем вы общаетесь. Ну, давайте, окей, применим на крипту. Нужно общаться с теми, кто постоянно что-то делает, двигается, что-то покупает. Например, мой чат, начните с него. Там
мы часто рофлим, но там есть какие-то колы, общение по теме криптовалют, скажем так. И я думаю, гем, который многие пропускают, это какие-то приватки, приватные сообщества, просто закрытые. Конечно, в идеале лучшие приватные сообщества, они, как правило, без денег, то есть без платы. Когда там прям закрытое сообщество, там просто принимают, допустим, у чела 500к баксов, и у другого 500, у другого вообще там сколько-то лямов баксов, и они просто делятся какой-то инфой, да? Ну окей, это прям high level, просто к такому будем стремиться, да? Но для этого нужны бабки, какие-то смарт-скиллы, чем вы будете полезны, да, в таком сообществе. Окей, идем дальше. Есть какие-то приватки за деньги. Они тоже, скажем так, есть... Хорошие есть плохие, да? Наша задача выбрать хорошие. Я скажу о тех, которые знаю. Например, это Atarby за $20. Как бы это немного, то есть вообще идеально для первой приватки. Картель за $200, ну это если у вас есть депозит, у вас есть опыт, вы умный, то есть... Пока что, думаю, не для вас, но на будущее, да, приметим. Давайте просто на примере приватки Arby расскажу, потому что это легко, ну, первое. Она плюс-минус дешевая, да, $20 в месяц. Что это вообще? Второе. То, что там Арби делится своими действиями, мувами в крипте, которые там тоже расписывают. Почему? То есть можно следить за, скажем так, успешным человеком, у кого получается торговать. Плюс там есть чат, знаете, вот есть в... Даже вот в моем канале, то, что сказать, небольшой минус, то есть... Есть там условный Сигма, ну, который есть в моем чате, который прям все понимает, шарит, там, торгует какие-то монетки, закидывает, свои идеи пишет. Ну, иногда там в чате может какой-то флут пробежать. То есть, знаете, как чувствуется некоторая разница между новичком и тем, кто умеет торговать. То есть в чате обычно, вот, допустим, как в моем, там есть как бы и нормальная инфа, и вот какая-то такая, ну, условно, чуть хуже, да? А приватные сообщества, они условно делают фильтр, отсечку тех, кто в чате. Понимаете, то есть там не будет каких-то вот, вот странных моментиков, да? Вот, я думаю, то, что я вам сказал, что нужно делать нищему в крипте. Да, я пока что нищий, но надеюсь, я это исправлю. Я в это верю. Успех неизбежен, судьба. Ставьте лайки. Спасибо, следите за мной. Напишите, можете у нас в комментариях, сколько у вас банк, а потом придет через год и поделитесь. Главное что-то делать, только действия поражают результаты, и спасибо. Ха-ха-ха-ха.